Итак, ребята, всем привет, доброе утро. Стою под светом фонарей. Сегодня 1 апреля мы собрались на КОП. Сейчас ехал по Самаре, знаете, пустые дороги. Такое ощущение, как будто попал в фильм ужасов, в какой-нибудь апокалипсис. Мертвые зомби или что-то в этом роде. Пусто, совсем никого, ничего. Все получилось так, как никто не ожидал. 6 миллиардов людей было на планете, когда появился вирус. Ну и так получилось, что вчера мы созванивались, и что-то я мимо ушей пропустил. Договорились в 6.30 встретиться, а я подумал в 5.30. Просто мы никогда так поздно не выезжали, и у меня в памяти отложилось, что всегда в 5.30 мы отправляемся. В общем, немножко придется подождать. Вот, я как бы сам виноват. Посидим, подождем, парни подъедут, и мы отправимся на новое место. Новое место еще не изведано нами. Говорят, возможно, будет шикарно. Ну, поживем, увидим. Сейчас жду Серегу. Я приехал к Рустику. Решили сегодня у Рустика встретиться. Это самый будет кратчайший путь. Так что будем ждать пацанов. Ну, а вы смотрите. Если вы меня сейчас видите, значит, у нас что-то сегодня получилось шикарное. Так что приятного вам просмотра. Всем, ребят, привет! Сегодня мы с Серегой, Рустик, будем копать новое место. Не знаю, как получится на этот раз. Предыдущие были просто говнокопы. У меня, в частности, у Сереги прошлый коп был классный, накопал немножко царей. И вот приехали по наводке одного тракториста на одно местечко. Говорят, что при прокладывании трассы газовые трубы здесь находили монеты. И мы хотим эту версию, гипотезу, может, легенду проверить, правда или же нет. Потому что очень много местных жителей рассказывают сказки. Наверное, разрушители легенд. Да, мы будем сегодня разрушать легенды. И, возможно, здесь что-то будет. Потому что газовая труба как раз неподалеку от нас проходит. Это раз. Во-вторых, здесь овраг, это два. Неподалеку находится кладбище, фермы. Вот, фермы, знаете, да, строили обычно на таких местах, чтобы как бы, как вам объяснить-то? Кереметные, священные, что в советское время, чтобы крестьяне как бы уходили. Деревня оканчивается на «но». Да, и возможно тут чего-то будет интересное. Вот. Ну, в принципе, работать будут у нас те же самые приборы, Фишер, затем скальпель и ногту. Ногту я не брошил, надо ее как-то изучать. Ну, пока. Подходники определили. Ну, это у тебя что? А, эксплойер, вот. Так что посмотрим. Включусь при первых находках. Сереге камеру дал и Рустику, чтобы не упускать ни одного мгновения шикарных находок. Смотрим, будет интересно. Итак, ребят, спустились мы вот в такой-то овражек. Здесь просто интересный такой склон. Серега рядышком. Рустик отошел туда. Вышел там хозяин. Пошел он договариваться, может общаться. И вот смотрите, первая монета зеленая. Что это? Ах, это у нас полушка. Полушечка 1731 года. Сохранчик, смотрите. 31-й Я не знаю, не разбираюсь. Крестовой. Сохранчик, смотрите, какой. Есть полоски? Полоски? Нет, полосочек нету. 31-й год, их много с крестовых перечеканов. А, стой, что-то какие-то полосы есть. Какие-то полосы есть, смотрите. По диагонали надписи. Есть какие-то полосы, может быть, крестовая. Сейчас я немножко почищу. И может Серега сейчас может подскажет. Гурт интересный. Гурт очень интересный. Вот такой вот. Первый сигнал. Классно. Поздравьте меня, ребята, в комментарии, потому что это достойная находка этого года. Класс, класс, зачет. Итак, ребята, Серега был прав. Он говорит, смотри, разновидность, они бывают перечеканы. И когда я с нее счистил небольшую грязь, видите, есть перечекан. Это копейка Петровская. Видите, ко? Вот она, ко.
И Серега говорит, такие монеты, в принципе, дорогие. Насколько дорогие? Я как бы и не знаю. Я не штрудирую литературу по перчиканам. Так что, если среди вас есть специалисты, 31-й год, полушка перчикан с копейки. Надеюсь, я Петра сегодня найду. Добрый день. Так, я отгулял здесь по склону. Ребята где-то сами полдошур, по-моему, вот тот. Здесь гуляли, рука уже отсохла, и вдруг прям хороший сигнал. Снимать не стал. Деньга 51. Здесь песок сохран вообще у всех монет. Вот как были при жизни затертые, так и остались. Ничего не сгнило. Берем. Вон, ребята, рустик. Вон он. Говорит, монета. Контакт есть. Я зашел в домик в надежде, что он не тронут. Но, к сожалению, его шурфили. Как я определил, шурфили нет, по первому виду определить невозможно, потому что здесь вся засыпка на месте. Вот. Как я определил, конечно же, вот по таким вот вздернутым вещам. Это раз. Во-вторых, на подоконнике имеются пробки. Всякая алюмишка. Вот. Но интересно то, что вот здесь вот, где была печь разобрали, а дальше не пошли. В этой области тоже могут быть находки. То есть место не шурфили. Нет, Серый, его шурфили. А на подоконнике, видишь, сигналы лежат. Ну, прошукай, посмотрим. Место, конечно, интересное. Дом старый. Глина. Сейчас надо будет узнать, что там Рустик нашел. Да, что-то нашел. Ладно, поживем, увидим. Идем дальше. Ну что, ребят, вот и Серега. Сегодняшний коп открыл монеткой. Я рядышком оказался и решил ее вам показать. Ух! Это двушечка, царица полей. Я Ох, сохранчик, смотрите какой. Здесь песок. Хороший сохран. И не убитый, не затертый при жизни. Ай, смотрите, 1815 год. Хороший, красиво. Я проверял этот сигнал. Говорю Серому, я бы его копал, но сомневался, что это монета, даже сказал, что это не монета. Но все-таки это монета, но я бы его тоже копал. Класс, класс, классный такой, красивый снимочек на обложку, да? Ох, кое-где еще снег. Серега уже клещей с себя снимал, да, смотри. Красиво. Протер ее. Ее только помыть и все. Водичка с мылом. И больше с ней ничего не надо делать. Окислов вообще нету. Бомба. Ай. Класс. Держи. Ладно. Причем этот же склон. Вот здесь вот была у меня полушка. Ну что, наверное, склон этот и походим. Видите, старые ямки. Это старые ямки. Здесь раньше до нас сходили. Мы не первооткрыватели. Сейчас ходили спрашивать на огород. К сожалению, нам отказали. Сказали, что сын приезжал с ребятами, ходили, ничего не нашли на огороде. Походу, это и был сын, и его приятели ходили здесь. Ладно, Рустик куда-то туда он пошел. Ладно. Берем ногту и вперед. Итак, ребята, ну что, больше половины дня уже прошло. День подходит на убыль и подходит к завершению. Пацаны продолжают ходить в поисках царских монет. Я же изначально вам показывал вот такой домик. Он шурфленый полностью. Практически
придраться не к чему. Единственное, что исключение, люди, кто здесь шурфил, они не знают, до какого, до какой глубины нужно шурфить. Сняли всего-навсего на несколько штуков лопаты, но не убедились и, в принципе, не знают, что засыпка имеется. Вот, и я пару капков сделал, ребята. Шурфить можно. Может быть, это старая их засыпка, которую они перелопатили. Сейчас я пройдусь вот по всему периметру дома. Вот, и меня интересует именно это. В центр я лезть не буду, потому что там мусор, шняга полная. Конечно же, основная масса работы будет по периметру дома и около порога. И все. На этом я здесь больше ничего не буду делать. Потому что не хочу я себе усложнять всем этим, что здесь можно сделать. И посмотрим, насколько человек или люди, которые здесь занимались шурфом, хорошо справились со своей задачей. Ну, обязательно вам расскажу, ребята, что у меня здесь вышло. Вот, повторюсь, пацаны ходят по верхам. Ну все, сейчас прибор, прозвоню все по периметру и порог снаружи и внутри. Так что смотрим, думаю, что-нибудь получится. Ну что, ребят, вот результат нашей деятельности. Значок. Я помню, в советское время, да, я рожден в советское время, в СССР, вот такой вот ударник вышел. С утратами, конечно. Лакокрасочное покрытие отвалилось. Вот. Но факт в том, что комрад пропустил. Ладно, хорошо. Это лучше, чем пробка. Итак, ребят, возле порога швыряюсь. Было несколько монет. Советики 60-го года, копеечки. Я вам не снимал. Но вот это решил заснять. Это 10 копеек. Рамочник. Год вместе с вами посмотрим. 53-й год. Все же медно-никелевый сплав. И это уже радует. Несколько копеечек 60-х годов поднял. Он оттуда сейчас все вытаскиваю. И наружу сюда. В общем, в принципе, комрад немножко ошибся. Что бежал? Опа-на! Блин, я думал Да, монета, ёпты! Ничего себе! 15 копеек, 80-й. Блин! Я, честно говоря, я его не видел. Вот гуртом так стояло. Вот так вот гуртом, блин. Офигеть. В прямом эфире такой вот нюансик. Зачет, зачет. Продолжаем. Итак, ребят, прозванивая проемы. Здесь была макулатура. Макулатура довольно-таки интересненькая. Давайте вместе с вами посмотрим, какой год газеты. Так. Надеюсь, год я увижу. Так, в советское время было внизу. Так, типография. Вперед к коммунизму. О как. В честь, так, 40-й годовщины октября. Октября. Так. 16 августа. Район. Так, так, так. Год. Так, год не вижу. Пока год не вижу. 1958. Вот на эта дата. 1958. Вот так. А, вот, нашел. Август 1957 год. Газета. Так, не понял. Газета с 57 года. А тут надпись 58. То есть на будущее вперед смотрит. Так, дальше был вот такой конвертик. Вот. Конвертик. Вот так, с новым учебным годом. Мило. Вот раньше были картинки, так картинки живые. Веселые, радостные. Не то, что сейчас фотографии. Ладно. Ладно, наверное, будем скоро заканчивать.
Ну что, ребят, буду, наверное, закругляться с этим домом. Может, сейчас по верхам еще похожу с пацанами. Подходил Рустам. Вот сейчас Серега подошел. Серег, ты кладоискателей снимал на камеру? Жалко. В общем, здесь семья ходит. Мама, папа и сынок ходят, копают. Серега с ними разговаривал. Говорят, что здесь уже, я не знаю, лет 10 копают. Вот. Серега также сказал, что нашли мы здесь несколько монет царских. Они так, это классно даже. По нынешним меркам здесь найти практически невозможно. То есть мы еще сегодня счастливчики. Также подходил Рустик и сказал следующее. Мы выехали за территорию Самары порядка на 150 километров. Ему позвонили и сказали, что Самару закрыли. Представляете? Самару закрыли в связи с карантином. Жесть, а у меня в Самаре машина. Как нам теперь ехать, не знаю. Если будет на задницу приключение, я, может быть, какой-нибудь файл прикреплю. Ну а сейчас я вам покажу, что я откопал. Откопал советики, ничего интересного. 8 монет. И показывать нет. Я думаю, вам все равно интересно, что же я нашел после комрадов, которые здесь копали. В общем, комрады, узнаете дом. Узнаете, да, дом? В этом доме вы пропустили монеты. Монеты, конечно, не очень интересные, но все же, как ветер сдувает. Вот они, монетки. Так, получилось 6, 7, 8 монет. И на этом все. 8 монет. А сейчас пойду к комрадам, к Сереге, к Рустику. Кстати, вон они подошли. И сейчас будем решать, что делать. Ладно. Пойдем. Я уже приготовил все. С этим домом все. Итак, ребят, доехали мы с Горем пополам до места сбора. В общем, что там творится, это жесть полная. Я даже в вальханалии какая-то. Потому что пускают только по одной полосе. Большая пробка. Простояли на ней. Причем пробка на аварийном мосту. Я не знаю, куда смотрит администрация и все прочее. Это просто бардак, полный бардак. Что хотят, то и творят. Ну, а сейчас давайте покажу находки, которые мы сегодня отыскали. Их немного, немного. Но самое главное, это отдых в дружной компании. Так что смотрим находочки. Может быть, чего интересное все-таки вы увидите. По находкам не густо, но и не пусто. У Сереги классно, я прям в восторге от такого сахрана монеты. Смотрите, вообще классная, красивая. Хоть это и двушка Царицы Полей, ничего интересного нет, но сахранчик вообще бодренький. Следующее. У Сереги также вот такая вот деньга вышла. Вы видели, как он ее поднимает. Рустик тоже, надеюсь, снял, и вы посмотрели. И вот моя вот сегодняшняя такая вот крестовая бывшая копеечка. Реформа оригинальная, да, с копейки сделали полушку 1/4 копейки. Прикольная такая монетка. Ну и шурфа. Вот такое количество монеток. Так что, ребята, стоит ходить по полям, лугам и найти одну монетку или зайти на шурф. И, может быть, интересного чего-нибудь можно отыскать. Ну, на этом... А, кстати, вот вам, ребят, от нашего сообщества. Почетный. И вам почетный. Вот. По находкам получилось сегодня не густо. На этом и все. Ближе к сердцу, да? Во, красота. Вот так вот прям. Все, всем пока. До новых встреч.